Борьба за призовые места разгорелась нешуточная. Четыре команды кадетских корпусов из Дядькова, Стародуба, Клинцов и Брянска, в которых были собраны спортсмены, как ребята, так и девчонки, всеми силами старались доказать, что они лучшие. На протяжении ряда лет такие мероприятия не проводились, к сожалению. Но сейчас мы как бы эту инициативу воплотили в жизнь. И сегодня все наши четыре кадетских корпуса, представители по 20 человек из каждого корпуса сегодня участвуют в этих мероприятиях. Здесь, прежде всего, соревнования среди равных, то есть дети содержатся в одинаковых примерно условиях, и теперь у них есть возможность проявить себя непосредственно в каком-то виде программы. Самый главный девиз наших соревнований, что у нас нет проигравших. У нас выигрывает спорт, выигрывает общее общение. Программа соревнований включала в себя 5 видов. Комплексная эстафета, подтягивание, мини-футбол, настольный теннис и перетягивание каната. Так что у каждого из участников была возможность проявить свои лучшие качества. Тем более, что в зачет шли как личные, так и командные очки. Соревнования мне в целом все понравились, но большую часть мне понравилась настольный теннис, потому что я участвовала там, борьба была трудная, все участники достойны победы, но так получилось, что выиграла я. Один из самых зрелищных видов программы – перетягивание каната – организаторы специально оставили на финал. Именно это упражнение показывает не только степень физической готовности ребят, но и способность работать в команде. Самый сложный, думаю, был перетягивание каната, потому что все команды в этих виде спорта, все довольно крупные парни, тяжело было. Но тоже заняли второе место, Стародуб занял первое. Высокие парни были и крепкие. Слаженные действия и стабильно высокие результаты в различных видах в итоге принесли победу команде Брянского кадетского корпуса полиции. Ребята из Клинцов вторые, стародубские кадеты третьи. Представители Дядьковского кадетского корпуса авиации на четвертом месте. Дмитрий Кузнецов при содействии пресс-службы УМВД России. События. Брянск.